Новый ориентир на дорогах Бреста. 14-я автозаправочная станция на перекрестке улиц Красногвардейская и Радужная в районе Березовка уже привлекает автолюбителей ярким татарстанским триколором. Татнефть – гарант надежности высокого качества, отметил на торжественной церемонии открытия мэр города Александр Рогащук, особо подчеркнув, что специалисты компании – ответственные партнеры. Эта заправка – это пример нормальной, хорошей инвестиции. В чем суть этой инвестиции? Наши строители получили работу, соответственно, заработную плату. Создан новый объект и создано 12 рабочих мест. То есть 12 брестчан имеют хорошую, надеюсь, достаточную заработную плату. Поэтому это нормальное, хорошее такое событие для нашего города. Очень важно, чтобы инвестиционная деятельность и дальше развивалась в нашем городе, чтобы создавались рабочие места. Татнефть работает в Беларуси в рамках инвестиционного договора, заключенного в 2009 году между татарстанской компанией и Белнефтехимом. Согласно этому документу, Татнефть откроет в нашей стране 37 автозаправочных станций. В Бресте инвестор построил первую, но совсем не последнюю, автозаправочную станцию, и уже совсем скоро появится и вторая. Брест интересен инвесторам. Приграничье притягивает инвестиции. Брестская земля, она действительно интересна с точки зрения инвестиций. Во-первых, это приграничная территория. Нам, как компании, которая осуществляет заправку автомобилей, это очень интересно, так как отсюда начинается, через Брестскую землю начинается транзитный поток транспорта, который идет далее в Россию с Евросоюза. К строительным работам приступили в сентябре, сработали быстро, слаженно, эффективно. И сегодня у водителей появилось в городской черте удобное место, где можно заправить бензином и дизельным топливом одновременно 6 автомобилей. Предлагаются услуги шиномонтажа и чистки салона. Автозаправочная станция отвечает всем требованиям безопасности, оснащена современным технологическим оборудованием. На территории имеется магазин, в котором можно приобрести сопутствующие товары, выпить чашечку ароматного кофе. Все вместе – это современный и благоустроенный автозаправочный комплекс. Я бы хотел, чтобы здесь было качество топлива образцовое, чтобы люди из других района нашего города приезжали сюда целенаправленно. Вот это, конечно, та планка. Усиливая конкуренцию между фирмами, между заправками, мы, по сути дела, боремся за качество. Это тоже очень важно. Я, как автолюбитель, говорю, что очень важно, чтобы была качественная заправка. Директор ТАТ «Белнефтепродукты» Ильдар Мубаракшин заверил, что качество поставляемого продукта на автозаправочную станцию самое высокое. Это обусловлено условиями контракта и политикой компании. Их слоган – «Мы гарантируем качество каждого литра». Любой инвестор, вкладывая деньги, рассчитывает на возврат инвестиций. По корпоративному стандарту Татнефти возврат инвестиций, срок возврата инвестиций должен составлять не более 5 лет. С учетом объемов реализации, полученной выгоды, полученной прибыли, мы рассчитываем вложиться в эти сроки. То, что касается Брестской области, региона Брест, у нас все получилось очень быстро. В начале сентября мы получили разрешение на строительство, и в декабре мы уже построили объект. На территории города Бреста в данное время реализуется с разной степенью успешности и с разной платежеспособностью инвестора 24 крупных инвестиционных проекта. А это создание новых рабочих мест, а для строительных компаний новые объемы работ. Поэтому инвестиционную деятельность мы в городе сворачивать не будем. Наверное, было бы совсем неправильно за счет бюджетных денег строить такие объекты. Это как раз бюджету есть куда деньги тратить. Это надо строить сады, детские сады, школы, строить дороги, ремонтировать дороги. Вот это приложение бюджетных денег. Но такие вот объекты должны, конечно, за счет частных инвестиций и вложений. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.